Мяу. Это ты? Ты мой нега? Ты мой нега? Да, ты мой нега. Короче, ты слышишь меня? Слышишь? Сука, ну ёб твою мать, дед заснул за компом. А кто к нам зашел в итоге? К нам зашла Сёмга, он сейчас прогрузится. А это твой знакомый? Нет. Мяу. Ну, короче, комната с ширмой, это второй... Комната с ширмой, это второй этаж? А? Не, это вроде не она. Да, нет, часов не было там. Там часы ведь были, да, у тебя? Я помню, что вот это вроде. Или нет? Подожди. Там часы были у тебя. Мяу. И у меня пропал... Мяу. Прикиньте, что Тима, я не могу ее найти. Можешь посветить? Я без фонарика просто. Может, я ее случайно... Это не я, если что. А, во, вот это, по-моему, было. Там часы были, вот это. А тебе нихуя... Мяу. Вот, вот, вот. Видишь, вот это... Да, да, часы, да, да. Вот эти я видел. Сука! Чё-то как-то... Мяу. Я думала, мне эту хуйню делает, блядь, призрак в микрофон. А ты здесь, что ли? Неожиданно. Куда мы пошли? Мне показалось, или два действия было? Каких? Что-то кинул и задел. Не они. Что-то по типу Ханту, либо Близнецов, что ли? Что-то как-то необычно сейчас было. Все, я буду здесь, что, давай. На подхвате. Иди сюда. А сейчас медленно ходит, кстати. Сейчас капец медленно ходит. И куда ты пошел? А, да? Как он тебя нашел? Почему мне все еще кажется, что типа Близнецов, что ли? Тогда была активность двойная. Этот тоже медленный. Иди сюда. Вообще свалил. Да, кого-то опять нашли. Ты думаешь, Полт? Почему? Чё, много чего кидал, что ли? Ну, он капец активный, конечно. Отчасти. Ну, давай. Если душа лежит к нему, почему нет? Только отвалит сначала он. Алло, иди сюда, я тут. Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, отстань от него, иди сюда. Иди сюда. Может так? Да нет, ты его забустил, потому что, типа, из-за этого. Он же, когда за кем-то бегает, он спидуху себе поднимает. Может, все-таки он подсасывается к вещам. Алло, ты куда опять пошел? Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Ёб твою мать. Я так понимаю, тебя хлопнули. Я думаю, все-таки он может из-за вещей бустится, но это капец. Он же изначально вообще медленный. Ладно, поехали. Я только сказала, понятно. Это скорее всего близнецы.